хочу показать своим друзьям-пивоварам, как можно мыть бутылочки. Бутылочки можно мыть очень просто и очень сложно. Я решил себе сделать посложнее, но интереснее и качественнее. Берем бутылочку, они у меня пролежали где-то сутки в воде, чтобы обкисло все. Размокла. Вот у меня водичка с моющим средством. Выбираем водички чуть-чуть, берем шуруповерт в целях безопасности. Можно и дрель, но шуруповерт безопасный. 12 вольт от аккумулятора. Вершик. И пошел. Что получается, идеально очищает все нехорошее. Потом берем то же самое приспособление, это мойка для автомобилей, давление сами знаете какое здесь, и пошел промывочка под давлением где-то 6-8, наверное, баррелей. По руке, если даться, очень больно, красное остается, страшно. Вот бутылочка идеально чистая, переворачиваем, ставим, пусть стекает. Потом останется их только продезинфицировать в растворе йода. Все. Это я как бы раньше мыл ёршиком вручную, но это неэффективно, долго и как бы не цивилизованно. А это, думаю, попробую, что с этого получится. Получилось неплохо. Ну, как бы я в своих видео тоже всегда говорю, используй то, что под рукой, и не ищи себе друг. У меня под рукой вот было, шуруповерт был, мойка для машины тоже была, ванна есть, желание есть, что еще надо пивовару, чтобы получать удовольствие от жизни. Давление приличное. Тут уже ничего не останется в бутылке. Так что вот так. Кому понравилось, пожалуйста, пробуйте.